Супруги Елена и Дмитрий Михеенковы, гомельские собиратели антиквариата, представили коллекцию предметов интерьерного оформления, объединенных так называемым охотничьим стилем. Посетители дворца могут увидеть характерную для этого стиля массивную мебель из натуральных материалов, украшенную резьбой, точением и кованой фурнитурой. В такой мебели сочетаются утилитарные декоративные функции. Экспозицию дополняют часы, скульптура, картины, отражающие тематику охоты, конных выездов, изобилие природных даров. Коллекция собиралась в течение 10 лет. Здесь представлено много экспонатов, 110, ну так, если в общей сложности. Вот. Ну, в основном представлена мебель 19 века. Есть мебель конца 18-го, начала 19 века. Фарфор, да. Мы показываем охотничий стиль, вот, конца 19 века и начала 20-го тоже. Охотничий стиль принято относить к историзму, художественному направлению XIX века, особенностью которого было стремление перенести в современную художественную жизнь дух и стилистические черты старины. Предметы в охотничьем стиле органично вписываются в выставочный зал с его сводчатым потолком, коваными решетками и черно-белым шахматным полом. Все это позволяет посетителям погрузиться во времена французских замков и охот периода правления короля Людовика XIII и Анны Австрийской, воспетые в романе Александра Дюма «Три мушкетера». Одним из самых уникальных экспонатов выставки является секретер, украшенный тонкой резьбой и коваными деталями. В 19 веке такая мебель использовалась для письма. Нам самим просто очень это все нравится и решили показать нашим людям, людям нашего города. Потому что большинство людей практически никогда в жизни не видели такие экспонаты красивые. К слову, в музее уже экспонируется комплекс принадлежащих семье Михеенковых предметов интерьера в стилистике эпохи короля Людовика XV и Людовика XVI, а также коллекция французских кукол на выставке «Мадмуазель Анжу».